Вот такой клад может принести его случайному владельцу немалые деньги. Точную сумму определит экспертиза. Пока раритетные экземпляры хранятся в надежных руках страж порядка. Вместе с патронами на проверку отправятся 30 единиц ружей и 3 взрывчатки. На сегодняшний день было сдано 30 единиц оружия. Из них 9 нарезного и 21 гладкоствольного оружия. В связи с этим обращаемся к жителям города и области активно принять участие, добровольно сдать оружие. Указанное мероприятие имеет значительную роль в обеспечении безопасности наших граждан. Очередная акция по выкупу населения незаконно хранящегося оружия была объявлена Министерством внутренних дел 21 апреля. Срок завершения не установлен. А это значит, что пока у всех жителей области есть возможность не просто избавиться от ненужного хлама, но и выручить за это деньги. А так оно вот в исправном состоянии, вот, пожалуйста. Вместе с тем полицейские напоминают об изменениях, внесенных в Уголовный кодекс РК. Согласно им, до 30 сентября текущего года владельцам какого-либо вида оружия необходимо установить в своих домах охранную сигнализацию. За исполнением закона будут строго следить сотрудники территориальных отделений. Нарушителей ждет наказание в виде штрафных санкций. Айсулу Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт».